Всем большой привет! Сегодня хочу вам показать очень интересный магазинчик. Товары для дома. Это, так сказать, новая IKEA. Все то, что мы видели, любим эти товары. Магазинчик называется «Энгель». Адрес вы видите, где он находится. Само пространство не такое уж и большое. Но, ну и товаров, в принципе, это же не весь ассортимент, но, по крайней мере, я себе набрала, ну, как обычно. Значит, разделено все по полочкам, группы товаров для дома, там кухня, спальня. Ну вот, вы видите. Не сказать, что вот там полки ломятся, но вполне все наше любимое есть. Кстати, магазинчик открылся не так давно. Я вот даже специально приехала, чтобы посмотреть, вам показать. По ценам, мне кажется, кое-что немного дороже, кое-что цены те же. Ну, смотрите, сравнивайте. Если помните еще, я-то уж не очень помню старые цены, какие были. Вот, кстати, чайник. Обратила внимание. Заварочный. Ну, мне показалось 2999. Ну, наверное, дорого. Все-таки на Валбрис можно такой чайник взять и рублей за 700. Вот кувшин тоже понравился, 1200. Ну, не знаю, тоже, мне кажется, есть альтернатива. Вот с посудой, ну, мне показалось, не очень выбор. Буквально несколько вариантов. Одна вот серия керамическая, другая стекло. Чашки те же стандартные. Игрушки. Раньше, помните, были акулы навалены. Теперь вот такие пёсики. Ну, кстати, на этой куче, там с другой просто стороны, были классные новые игрушки. Там такая, как летающая тарелка, мягкая, из ткани. И в нее, значит, собачки в виде космонавтов. Значит, вот туда заталкиваются. Классная игрушка, но это уж совсем для маленьких деток. Ну, как всегда, свечи. Вот, кстати, мне кажется, длинных раньше не было. Или были? Я обратила внимание, что длинные. Очень много свечей разных, маленьких, длинных, круглых. Это для хранения, тут разные. Плечики, коробки.
ящики с подушками. Вот мне нравятся у них вот эти деревянные ящики. Мне кажется, так они и стоили раньше. Стеллажи я у них всегда брала. Там для хозпомещений. Ну, как всегда, море контейнеров из пластика. Вот эти миски мне понравились для взбивания. Но больше всего, конечно, вот эта за 1500. Такая она прям скошенная. Мне кажется, так удобно. Вот там, если что-нибудь, выпечка какая-то, вот прям удобно с нее наливать. Наборы, по-моему, 17, да, 17 контейнеров за 500 рублей. Причем и в микроволновку они годятся, и в морозилку. Ну, все то же, что и было. О, вот. Ну как же мне нравятся вот эти бокалы. Вот детский уголок. Тоже мне понравилась вот эта штука для хранения. А, вот видите, сверху вот этот вот космонавтик лежит. Вот из... Вот для той тарелки космической. Мольберт. Детские вот эти остаются, значит, остались стеллажи, коробки к ним различные. Это я что-то не поняла. Это для игры или детская посуда? Несколько вариантов ковриков. Ну, здесь не так много всего, конечно. Но зато вот красивые цветные пластиковые контейнеры, и к ним стеллажи есть разных размеров. Освещения не так много, но мне вот этот торшер прямоугольный понравился. И к нему еще есть вот такие маленькие настольные. Я прям даже стояла, думала, думала. Может, даже вернусь за ними. Просто мне подходят они. Текстиль такой... В общем-то, не маленький отдел. Разные одеяла.
подушки. Ну и цены вы видите. Вот эти на матрасники у них были всегда неплохие. Из постельного также вот остаются там комплекты: наволочка под одеяльник и отдельно простынь. Где-то в районе 1200 простынь на резинке. Есть и обычные без резинок. Гардины мне понравились. Причем все блэкауты. Вот это вообще красивое. И это за пару. То есть, ну, очень хорошая цена. И расцветки такие спокойные, приятные. По тюлям. Ну, тюль мне показалось простовато немного, конечно. А вот гардины... Мебель представлена, вот видите, вот белая коллекция. Комоды, стол обеденный. Я этот комод давно хотела. Что-то я его каждый раз смотрела, смотрела, думаю, ну, куда он денется, куплю там. Ну, вот. Попытка номер два, у меня есть шанс. Ну вот кровать софа. Вот она же раздвигается и на два матраса. Кажется, стоило дешевле. Подушек большой выбор на стульчике. Цены видите. Товары для прихожей. Вот, кстати, вот впереди. И, ну или вот это. Для обуви. Они же всегда были в Икее. Я почему-то как-то проходила мимо, а сейчас вот обратила внимание. Классная штука. Во-первых, узкая. И много обуви поместится. Смотрится так прилично. В прихожую. Тут разные коврики, там фоторамки. Тапочки.
по-моему, на рублей на 100 точно дороже стали. Но зато выбор какой, цвета. Вот тут мне вообще понравилось. Наволочки для подушек. Тут я себе накупила наволочек. Ну, некрасивые. Такие, знаете, под лен сделанные с завязочками. Очень интересный дизайн. О. Так что, кто соскучился, приезжайте, покупайте. Или просто посмотрите. Но у меня осталось такое, знаете, приятное ощущение, прям вспомнилось былое. Еще бы там что-нибудь из кафешки какой-нибудь было поесть. И вообще супер. Ну ладно, все, прощаюсь с вами. Пока-пока.